понятно, а что вы убирали? Это, которое было украдено. Положение, это, наверное, высказывается. За какую информацию вводят? Понятно, что года вместе ловили террористов.
волнует Бразилию. Это было характерно для Бразилии еще 30 или 40 лет назад. Сегодня для них важно образование, здравоохранение, социальная защищенность. И требуют они это от государства. Вот это после ухода с демократии. Вырос вот такое поколение. Это не поколение. Во-вторых, Спирщиков, может так сказать, или к символу власти в этой стране. Мы же и с Путиным сидели за одним столом и разговаривали с ним. Он, видимо, тоже вас как-то фокусировал. Какое впечатление на вас произвел вот в таком разговоре близком? Вот что это за человек? Возвращаются в жизнь. И до сих пор не могу поверить, что все это действительно со мной случилось. Стюарт Шарп. Симфония. Я не знаю, как это не так.
несколько необычно, что увидел невозможно. Город Ковров, Владимирской области. Серега, желаю тебе успешной службы, здоровья, мы ждем. Ну что, Серега, а также все те, кто сегодня 7 июля празднует свой законный, самый главный в жизни человека день рождения, я, Маша Перетонова, от всего нашего юного коллектива поздравляю еще раз. Для крепчайшего здоровья, не забывайте, что каждая семья любящая, все близкие от поездки. И все еще все различные настроения, юга, лучшая радио, это Серега, области, если по всему. Ближайшие 28 минут, как всегда, потратим на отличную музыку.